Беларусь достигла рекордного показателя по экспорту продовольствия за всю историю. По итогам 2022-го сумма превысила 8 миллиардов 300 миллионов долларов. Республика нарастила поставки в Россию, Китай, страны СНГ, Азии и Африки. Основной товар – молочка. По этой позиции мы входим в мировую пятерку лидеров. Немаловажный фактор – хороший урожай зерновых, сахарной свеклы, картофеля, рапса и овощей. В Беларуси запустили единый реестр пустующих домов. Доступ к нему открытый и бесплатный. В базе можно искать недвижимость по районам, степени износа и другим характеристикам. Пополняют список местные органы власти. Сейчас в нем более 1200 строений. В стране, напомним, есть процедура признания зданий бесхозными. Их сносят или продают по символической цене. В Беларуси из-за сбоя в работе кассового оборудования не работают некоторые торговые объекты. Неполадки вызваны проблемами в программном обеспечении самих аппаратов. Сейчас над устранением трудится инженерная служба. В случае, если проблема функционирования системы не будет решена до 13 января, налоговые органы просят собственников оперативно об этом информировать. В стране стартовала акция для пенсионеров «От всей души». Пожилых людей поздравят в учреждениях соцобслуживания, больницах сестринского ухода, а также на дому. Старшее и молодое поколение встретятся на чаепитиях, круглых столах, концертах и театрализованных представлениях. Особое внимание уделят юбилярам. Сейчас в Беларуси проживают более 400 долгожителей, которые достигли 100-летнего возраста. Из-за теплой погоды начались первые паводки. На некоторых реках наблюдается увеличение уровня воды. Суточная интенсивность достигает 155 сантиметров. На Березине лед практически растаял. Лишь в некоторых местах есть полыни и закраины. При этом на озерах и водохранилищах покров сохраняется. Спасатели напоминают, сейчас зимняя рыбалка опасна для жизни.